выборы в Госдуму России. Приднестровье голосует. Завтра поставить галочку в бюллетене можно только в столице, во Дворце Республики и Доме офицеров. Плюс 2 участка для российской армии на территории ОГРВ в Тирасполе и в миротворческом батальоне в Бендерах. Уже 19 сентября у нас будет 27 избирательных участков во всех городах и районах. Больше всего в столице 12 пунктов, школы и культурные центры. В Бендерах 6 участков, основной в ДК Ткаченко. Плюс во всех районах города. В Днестровске кабинки для голосования в ДК «Энергетик». Это адреса избирательных участков для Слободзеи, Григориополя и Дубаса. В Рыбнице 2 избирательных участка, в Каменке 1. Чтобы проголосовать, с собой берем любой документ, подтверждающий гражданство России.